Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Переселение Авраама в землю обетованную. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю Хананскую, и пришли в землю Хананскую. И прошел Авраам по земле сей, по длине ее, до места Сихема, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал ему: «Потомству твоему отдам я землю сию». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.